Загитова лишилась 2000 подписчиков после поста о поправках в Конституцию. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потеряла 2000 подписчиков в Инстаграме после того, как опубликовала пост о голосовании по поправкам в Конституцию РФ. До публикации во вторник, 30 июня, у нее было 784 тысячи подписчиков, а после стало 782 тысячи. Напомним, Загитова выступила за внесение поправок в Конституцию. Примечательно, что после публикации текст сообщения был отредактирован. Изначально там была фраза «Ведь моя страна, моя любимая Удмуртия и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть». Затем вместо Удмуртии в предложении появилась Москва. Напомним, Загитова не выступает на соревнования с декабря 2019 года, после финала Гран-при она взяла паузу в карьере, однако планирует вернуться на лед. Алина является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.